Ни Юджиновской нет, ни моих старых. Что? Будь там, я еду. Нет, я тут у всех на виду. В паре кварталов отсюда есть один переулок. Я понял, подъеду туда. Хо-хо, повезло им, что у меня силы пропали. Ну как так можно, а? Не распыляйся. Слава богу, ты здесь, Редж. Нужна твоя помощь. Погоди, стой. Говоришь, ты потерял все способности? Да, все способности. Ни дыма, ни неона, а геймерский... Так это же хорошо! Отличные новости, брат! Что ж тут хорошего, если за мной охотятся тысячи солдат Деза, а я как голый? Вспомни, мы хотели найти способ тебя излечить. Так вот он! Ты больше не биотеррорист! Все, конец! Делсин, мы можем ехать домой. Домой? Слушай... Ты старался изо всех сил, так? Племя знает это, я тоже. Чудо, что ты вообще выжил. Так вот, пожалуйста, давай завяжем с этим, пока не поздно. Скажи честно, ты на моем месте уехал бы домой? Безусловно. На твоем месте, да. О, пусть Делсин. Я булыжники в нее буду кидать, но я достану Августину. А так как мне бы не хотелось разыгрывать сценку про Давида и Голиафа, мне очень нужна твоя помощь. Так если ты уже принял решение, тогда зачем тебе я? Ну, если у меня есть шанс вернуть способности, то только через ретрансляторы. Конечно. Но, черт, Редж, без моих способностей мне его в жизни не вскрыть, так что... Мне вообще-то нужен не ты, а твой пистолет. Нет. Нет, 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 нет. Пистолет я тебе не дам. Не дам и точка. Ты... Ой, черт. Но зато, возможно, я могу одолжить пару пуль. Спасибо. Я наверняка пожалею, что спросил, но какие новости? Ты лучше отойди подальше. А, хорошо, что я отошел. Ну, может, в следующем будет что-нибудь стреляющее или там, ну, ударяющее. Я тебе сообщу. Ну нет, я иду с тобой. Нет, 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 не идешь, я сам. Силой невидимости ретранслятор не откроешь, так что без меня тебе все равно никак не обойтись. Тем более, ты не знаешь, где он. Ну, если выбирать одну силу, невидимость не так уж и плохо. А то! Я подростком о таком, знаешь, как страстно мечтал. О! Все, закрыли тему. Вот он. Отлично, Редж. Заставь его расколоться. Я надеюсь, потому что к нам на всех парах мчится Дес. Видал? Просто обалдеть! Элсин?
Эй, я сказал, прячься! Создаю вещи силой мыслей. Они ничего не поняли. Реджи, ты цел? Да, порядок. Пойдем к следующему ретранслятору. Извини, это слишком опасно. Тебе со мной нельзя, дружок. Засох без женской ласки. Итак, следующий ретранслятор у нас где? Эй, помнишь меня? Я тот специалист по ретрансляторам. Ой, и звонок на второй линии. Юджин, это Далсон, слушай. Твои летучие друзья наверняка ведь проводили разведку местности, а? Да. Отлично. Помоги мне кое-что найти. Знаешь, такие светящиеся ящики, которые Дес везде расставил? Ага, сейчас. Один такой недалеко от тебя. Шикарно. Кстати, я тут видел парочку акул. Они опять за свое. У меня теперь есть классный новый меч. Может, устроим рейд? Меч вообще зачетный, скажи. Да не то слово. Ну так ты в деле? Нет. Давай без меня. Меня в Долине Смерти ждут ангелы 11 уровня. А, тогда конечно. Отправляйся к ним. А я-то думал, что круче уже быть не может! Раз уж я тут, можно и приложиться. Черт. Юджин, извини, что прерываю твое общение с демонами, но меня атакуют снайперы. Давай, двигай-ка сюда, а? Да нет, я тут посижу. Но я пошлю к тебе ангелов. Надо же, теперь я могу бегать и прятаться. Что же будет дальше? Ой, мерзкий.
Я хотел спросить. Девчонка из автобуса. Она цела? А, Проныра? Да все окей. А, слушай, чувак, она тебе совсем не пара. Сначала научись ползать, а потом уже садись в ракету. А тот тип, который устроил крушение, он ушел? Хэнк? Хэнк, его поймала Августина и убила. Правда? В автобусе он только и говорил, как вернется домой к дочке. Ничего. С Августиной я скоро разберусь. Хорошо, когда есть пара помощников. Посмотрим, я могу исчезнуть, ударить и убежать. Ха, против авиации мне это не очень поможет. Это же самое веселое! Клево! Юджин, не сочти меня неблагодарным, но почему твои демоны такие трусливые? Я думал, они нужны только для разведки. Слышь, ну ты чё? Ну нельзя же так делать! Мы проводники своих не бросаем! Ладно, справлюсь, обещаю. Еще один нашел? Это довольно близко, спасибо.
О, это чувство! Вот и салют! Делсин, в то же место направляется кучка зезовцев. Но не бойся, там у тебя будут помощники. Отлично, мы с твоими ребятами этих гадов натянем. Мне все равно, что...
это подойдет. Такое. Но у меня плохие новости. Я нашел еще один ретранслятор. Что ж тут плохого? Рядом с ним куча бойцов Деза. Может, хватит с тебя сил? Зачем еще рисковать? Мы ведь даже не знаем, что ты получишь. Юджин, только не надо опять трусить, ладно? Нет такой задачи, с которой не справятся два альфа-самцовых проводника и куча ангелов с демонами. Прям так и альфа-самцовых. Как буду там, позвоню. Короче, Юджин, вот мой план. Я незаметно обойду их, а ты... Ура! Ладно, план Б. Ну же, Юджин, ты способен на большее. Давай, альфа-самец. Ну, ребята, вперед! Геймер дал приказ! Делсин, я надеюсь, ты приобрел что-то мощное, потому что сейчас начнется. Ого, Джин, что ж ты раньше-то стеснялся? Ха, у меня маленькое замечание. Ад, Рай, Делсин и Юджин. Нет, хочешь попасть на обложку, тогда вылезай из своей берлоги. Ну, не знаю. Люди меня не любят. Вот почему хорошо быть проводником. Никаких заморочек с отношениями, одни способности. Это моя тема, способности. Ну, и приятно слушать, как бандиты орут.
Молодец! Захочешь погулять по городу, скажи! Загляну в твои края! Раньше извини, что опоздали, но мы тут с Юджином сейчас здорово врезали акулам! Эй, во-первых, я рад, что вы все еще живы! А во-вторых... Прости, въезжаю в тоннель! С этим надо завязывать. Сразу, как только это надоест. Слушай, ты мне не поможешь? Я тут слежу за акулами. По-моему, они затевают что-то очень крупное. Да, я с удовольствием. Круто. Приходи к моим владениям, обсудим план. Все как по телеку. Трюк для вечеринки.
отсюда, придурок! Человек из сказки и баллончик краски. Что? Проваливай! Вот это удар!
как я исчез! Идите на его запах.
Я сделал мир лучше.
Вы просто не поверите. Мистер Роу, завязывайте с этим. Это я почувствовал. Извращенцы!
какой ярости была Августина, когда поняла, что ты выкачиваешь энергию из осколков. Она понятия не имела, что это возможно. Немедленно отозвала всех, даже дрона вернула. Однако твой номер на Space Needle помешал сообщить об этом всем. Она выбежала из командного пункта и отправилась на склад, где мы храним дроны. Я слышал, как она почему-то долбила и кричала. Она, как и ты, тоже пыталась добыть энергию. Наверное, у тебя какие-то особенные силы, так как она новых способностей не обрела. Только еще больше разозлилась. Как круто быть проводником! Thank you.
посадили в яму. Им лет пытали. Бедняга Йоджин. Когда его привели, он уже был не в себе. Но после того, что с ним сделала Августина, удивительно, что он еще может разговаривать. Я всегда хотел понять, в чем состоит ее план. Почему она подвергает его таким страдам? И пришел лишь к одному выводу. Она готовила его к заданию. Но к какому? Этого мы никогда не узнаем. Приехали военные, и Юджина увезли. В любом случае, вряд ли его ждала приятная прогулка. Ребята, у вас скоро закончатся неразрисованные щиты. Ладно, как хотите. Ну ладно, леди, валяйте.
Юджин, открывай, это я! Делсин, привет! Ну что, тусуемся? Да, я готов. Тогда зажигаем. Ну, ты будешь зажигать, а я спрячусь где потемнее. Чё? Типа стелс. Типа стелс. Если мы хотим навсегда выбить отсюда акул, надо четко показать им, кто здесь хозяин. Тот, кто прячется в кустах. На строительной площадке недалеко отсюда тусуется группа акул. Начнем с них. Отправь туда своих демонов. Пусть устроят там филиал ада. Пока они под крышей, моим друзьям до них никак не добраться. Ну, понимаешь, габариты, крылья мешают. Так, в... Значит, нужно выманить акул на открытое пространство, и демоны их перебьют. Их надо вспугнуть как уток, да? Нет. Можешь сам их тоже убивать. Не стесняйся, мои друзья любят работать в команде. Ну, вот и я. Так, теперь загони их на крышу, и я помогу тебе с ними разобраться. Готовься! Жду тебя на крыше!
Вы не забыли, как воевать-то? Я избавлю тебя от этого парня. Спасибо тебе. Кажется, все. Эх, жаль, я не видел их лица, когда туда нагрянули мои друзья. А что тебе мешало? А, точно, ничего. Эй, Делсин, тут затевается что-то крупное. Я поймал сигнал. Какой сигнал? Юджин, ответь. Да, извини, Делсин. Так вот, похоже, акулы разговаривают... Не знаю, не исключено, что с Дес. Включи ту прогу, которую я тебе скинул в прошлый раз, и послушай сам. Да, мы пока что отбиваемся, но насколько нас хватит, потребуется помощь, иначе эту позицию. Делали в точности, как вы сказали. Но он... Найди, откуда идет сигнал. Надо закончить то, что мы начали. Что, всех убью, один останусь? Зло должно быть наказано. Во, запел. Да я согласен. Юджин, нам все равно в одну сторону. Может, твои друзья меня... Просят? Божественные создания, это тебе не такси. Еще разговаривают. Видимо, планируют что-то. Юджин, Дес тоже решили поучаствовать. Отлично. Нас выследили. Только что нас снова атаковала армия биотеррористов. Я помогу твоим парням отпинать Дес. Нет, Делсин, нет, иди на сигнал. Самое главное, убей акул. А Дес я обещал своим подданным.
награду за их старания. Я приближаюсь к цели. Твои друзья протянут мне руку помощи? Ну или крыло? Мы вместе до конца, Делсин. Ты же знаешь. Мы верили, что вы наши союзники. Слуги Деза. Товарищи. У нас общий враг. Нашел. Дэнни Парк. Акулы и Дес. Я на это надеялся. А если они захотят объединить? Ну, я жду твоих друзей. Они вот-вот будут. Им надо было кое-что подобрать. И сейчас они сбросят груз. Для застенчивого парня у тебя очень извращенное чувство юмора. Да, а вот и я с моими демонами. Делсин, это мои демоны. Я к ним ближе. Thank you.
Юджин, можешь прислать еще демонов? Да, но на это уйдет время. Времени нет. Меня хватит минуты на две. Нет, нет, нет! Мы так не договаривались! Только не паникуй! Я так больше не могу! Юджин, спокойно! Юджин! Юджин, ты что, бросаешь меня на произвол судьбы? Трепещите, я пришел! Юджин, это ведь ты? Правда? Ощутите всю ярость небесного пламени! Незабываемое ощущение, я гарантирую. Ну, ангелочек, добивай оставшихся. Юджин, когда все кончится, научишь меня своим трюкам? Ты недостоин! В ангельском обличии ты еще занудней. Типа того. Забавно. Устроишь небольшую бойню, и сразу как будто жизнь налаживается. Эй, я сделал мир лучше. Так что заслужил круг почета. И? Где твои друзья? Спасибо. После Юджина всегда рядом. В новостях сказали, был взрыв на башне. Потом опровергли. Найди точку, откуда хорошо видно башню.
способности можешь получить. Августин думает об этом. И не хочет, чтобы ты когда-нибудь попал в Кирдангей. Там полно разных проводников. И не только тех, что ты видел в Сиэтле. Стеклянный, электрический, бумажный. Список длинный и странный. Только представь, что было бы, явись ты в Кирдангей. Представь себе, что ты получил бы все эти способности. Кем бы ты стал? Меня эта мысль пугает. Типичный биотеррорист. Всегда пожалуйста. Вот я им всем дался.
Thank you.
поднимет на ноги в два счета. Это самомнение. Господи, он весь в крови. Не трогай меня. Здравствуйте,
Здравствуйте, это Дес. Хотите сообщить о преступлении биотеррориста? Кстати, ваш рекламный щит... Прекратите звонить! Дес этого так не оставит! Кажется, я перегнул.
Ай да Делсин, ай да сукин сын! Редж, ты прав. Они бесятся, но не стреляют. Всем полицейским приказано покинуть прибрежный район. Ха. Видимо, мы не должны кого-то увидеть. А я взгляну одним глазком. Похоже, у них бронетранспортеры. Иди по крышам. Не бойся ты.
Редж, а ты знаешь, какой сверху шикарный вид? Не отвлекайся, брат. Потом глазеть будешь. Делсин Роу, немедленно прекращай дурить и марш домой. Сию минуту. Вернусь, когда закончу, Бетти. Надо будет, я лично тебя из Сиэтла вытащу. Ну, удачи. Ты видел? Тут повсюду бетон. Да, испугались меня. Честно говоря, я и сам немного напуган. Хоть ты и мой брат. Вот и пусть боятся. Меня парой бетонных столбиков не остановить. Ну так найди этого беглеца. Узнай у него, как туда попасть, и поедем уже домой. Редж, тут подпалины. Как мои следы? Значит, есть еще один дымовой проводник. Как-то способности передаются. Я надеялся на что-то новенькое. Покажи мне эти следы. А, значит, вот как это выглядит, когда ты... Хорошо, хоть я не всматривался. Если щадить врагов, зачем суперсила? Ты слышал? Шлем ДЭС. Еще работает? Вызывай оперативную группу. Оперативная группа, ответьте. Мы нашли Дотри. Он к востоку от вас. Оперативная группа, ответьте. Редж, этот проводник... Ведь это... Хэнк! Но ты же сказала, она убила его в Сэмон Бэй. Убила? Ну, я так думал. Нет, я же видел своими глазами. Он мертв, это точно. Ищи дальше.
Слушай, Реджи, признаю, я ошибся. Сохрани. Это подарок на Рождество. Эй, Делсин, собрался погулять по центру, так позвонил бы девушке. Это не я. Тут кто-то развлекается, сбивая вертолеты Деза. Ты их видишь? А ты где? На крыше, угол 12 и Юнион. А нафига тебе этот парень? У тебя же есть дым. По-моему, это он был с тобой на том транспорте. Именно от него я получил свои способности. Это тот потный здоровяк Хэнк? Да, и если он выбрался из башни Августины, то может знает, как залезть обратно. Пойдешь со мной? Нет. Нет, от него одни неприятности. Лучше полюбуйся на шоу отсюда. Делсин, ты береги себя. Не нравится мне этот лысый. Согласен, но я ведь тебе не дитя малое. А потом у нас с ним есть кое-что общее. Ненависть к Августине. Да. Удачи. Редж нашел. Он на крыше в центре города. Валит вертолеты. Так, слушай меня. Дес не должен его схватить. Да понял, понял. И не дай им его убить. И сам не убивай. И не упусти его. Ничего себе списочек. Редж, я на крыше. А Хэм? Он нет. Что, упустил? Нет, не упустил. Держу дистанцию. Специально? Да он, считай, умеет летать. Да, ты тоже. На трех языках. Не упусти Хэнка. Спасибо, что напомнил. Берегись, солдат Деза. Спасибо за совет. Тут убьют! Пацан? Редж, готово! Коп здесь, тогда я сваливаюсь, сам с вертушками разбирайся. Редж, ты его спугнул! Редж, ты его спугнул! Ничего. Район фонарей, рынок Хинг-Хэй. Куча звонков, 911 о биотеррористе. И все.
Хэнк, стой! Я тебя не трону! Мне нужна твоя... А, твоя сила у меня уже есть. Ты вообще остынь! Надо поговорить! Мне нечего тебе сказать! Хэнк, помоги мне! Перебьешься! Давай, вали отсюда! Я тебя предупредил! Отсоси! Хэнк! Не заставляй меня это делать! Да отстань! Совсем удар не держишь. Хэнк? Где... Ты взял мой номер? Нашел. Извини, что пришлось тебе вмазать. Но с тобой ведь нормально не поговоришь, пока ты не успокоишься. Успокоился? Когда я тебя найду, я тебя... Перезвоню через полчаса. Нет, нет, подожди, я спокоен. Точно? А то все бегаешь за мной, орешь, фигачишь, чем ни попадя. Я хочу покончить с Августиной, но мне нужна твоя помощь. На это я подписываюсь. Супер. Тогда... Погоди. Тут Дэс чего-то оживился. Случилось что-то. Сейчас узнаю и перезвоню. Реджи, это я.